Я сейчас стала разбирать вот это все то, что у нас здесь было на шкафах. Все разобрала, что-то нужно убрать. Давай, Дайсон, заходи. Ну, значит, стоит там. Вот, сейчас мы эти шкафчики отсюда хотим убрать. И, возможно, начнем здесь красить. Сережа, может быть, там что-нибудь подлатает в этой комнате. И будем потихоньку готовиться к тому, чтобы купить сюда шкаф. Да? Ну, по крайней мере, вот на эту сторону мы поставим трехстворчатый шкаф. А сюда, наверное, 50 сантиметров и обувницу. Проходим, проходим. Вот да, как-то так-то, что разбираюсь здесь. У нас здесь полный разгром. Работаем потихоньку, жду Сережу. Будем решать с ним, что мы будем делать. Сережа уже убрал шкафчики. Вот эти вот поставил вот сюда. Видишь, как сочетаются? Угу. Да? Прямо одинаково. Мы, кстати, купили краску. У нас был выбор между примерно таким цветом, как дом у нас, да, снаружи. Серо-голубой, да, он считает, Сереж, какой он? Голубой, серо. Ну, такой, да, приятный цвет. Не помнишь, как он назывался? Нет. И вообще изначально мы ехали за серым цветом. Мы хотим сделать серые стены, но такой, да, серый, прозрачный. И вот эти вот все наличники покрасить в белый цвет. Изначально взяли один, потом, когда уже уходили, увидели другой цвет, другую краску. И решили, что нет, мы хотим другую краску. Но в итоге хотели одно, взяли серый. Да? Когда мы вот этот серо-голубой увидели, ну, мы любим этот цвет, но. Очень много но. Ну, вот это тоже надо разбирать. Надо разбирать. Давай. Делаем сейчас, Сережа делает такие вот практически незаметные уголки на потолке из вот таких вот, ну, как это, реечки, да, Сереж? Потому что стандартные уголочки мы не очень хотим. То есть это примерно вот так вот будет с одной стороны и здесь со второй стороны будет смотреться. И потом уже все будем красить. Сейчас Сережа для того, чтобы сделать уголки. Вот, блин, их реально, я залезу сюда практически незаметно. То есть видите, вот здесь уже сделан уголок. Ну и ничего страшного. В любом случае, это будет все краситься. На самом деле, мы долго сегодня с Сережей рассуждали на тему, чтобы сменить здесь вагонку. Пришли к решению, то, что вагонка здесь останется такая, как есть. Мы поставим здесь шкафы. Здесь полностью будет 1,5-метровый, да, шкаф. И здесь, по-моему, 50 сантиметров. Здесь, да, пенал хотим? Будет и подставка для обуви. Пенал? Ну, 50 сантиметров. Да, 50 сантиметров. Или 75, посмотрим. Они то есть шкафы будут высокими, и практически ни стен, ничего видно не будет. Плюс покрасим. Я думаю, что достаточно аккуратно и красиво все на самом деле будет смотреться. Ну, уже на кухне и в зале мы, конечно, хотим заменить. Уже 22 часа. Ребята, мы буквально минут 10 назад закончили красить потолок. Также закончили красить наличники на дверном проеме и уголки. Все это у нас будет белым цветом, а стены мы покрасим серым. Единственное, мы хотели более прозрачную краску на стены и на потолок. Но увидели вот эту вот краску, да, и купили ее, мы не знали, что она такая плотная краска. Ну да ладно. Все изъяны, все, значит, закрасится. Ничего страшного. Единственное, не очень удобно красить кисточкой. Завтра утром поеду, куплю скотч, потому что нам нужно еще вот этот дверной проем прокрасить. То есть нужно будет отделить. И также куплю валик. Валиком намного проще будет красить. Единственное, вот эти вот между досками впадины такие мы будем красить кисточкой. Вот, то есть сначала нужно будет пройтись кисточкой, а потом уже валиком. И, собственно говоря, все можно будет уже покупать в IKEA шкаф. Я надеюсь, что это получится. Но если не получится на следующей неделе, значит, через неделю купим. Вот у нас здесь, конечно, разруха, как видите. Вот эти шкафчики мы сюда поставили пока. Вот, пока
ничего не убираю, потому что это все бесполезно. А второй раз хочу прокрасить дверной проем. Ребят, давайте вместе с вами посмотрим, что же у нас получилось. Значит, мы в этом коридоре решили сделать белый потолок, серые стены. Красили в этот раз стены валиком, швы прокрашивали кисточкой. До этого мы красили потолок кисточкой. Так вот, кисточкой вообще неудобно. Во-первых, намного больше времени уходит. Так что да, решили сделать вот такое вот сочетание. Здесь мы поставим шкаф трехстворчатый, купим в Икее, и он у нас будет 35-й, то есть как и вот здесь, который зеркальный. Зеркальный я подумываю, что нужно тоже сюда поставить, для того, чтобы зеркало было в коридоре, и здесь какой-нибудь пуфик поставим, в принципе, вот так вот, да, все будет. Конечно же, без шкафов все выглядит, знаете, так намного больше, больше пространства, но шкаф здесь обязательно нужен, потому что у нас есть и резиновые сапоги, которые хранятся на втором этаже, разные зимние куртки. В общем, нужно все сложить в один шкаф и не бегать по этажам. Нам очень нравится. На следующих выходных прокрасим еще вот эти вот откосы в белый цвет. И будет все готово. Вот эти все провода Сережа обязательно прикрепит. Возможно, более аккуратно у него получится, но так что вот такая у нас красота получилась. Так, вот. Кстати, не показала вам, какой краской мы пользовались. Aquatex Scandi называется, с воском, кроющий антисептик для дерева. У нас цвет альпийское утро, это серый цвет, и также белая красочка называется Iceberg, точно такая же. Вот, кому интересно, записывайте, неплохая краска. Вот, белый цвет я поняла, что нужно немножко с водой разводить или, опять же, красить валиком. Валиком очень удобно. Уже доделывает последние штрихи, повесил уже люстру. Ну, как последние. Да, провода, видите, назад прибивает. Но в любом случае, большая часть работы уже...